В номинации «Лучший психоделик-шок 2010-2011» победил... А, сейчас мы посмотрим, кто там победил. Лучший психоделик-шок 2010-2011. Магазин Acidware! Прошу представителей магазина. О, пару слов людей, которые отдали за вам голос. Всем привет! Хотелось поблагодарить вас всех от коллектива магазина Acidware, всех тех, кто отдал голоса за вас. Я думаю, это заслуженный приз, судя по тому количеству людей, которых я вижу постоянно на танцполах в нашей одежде. Постараемся радовать вас новинками в клубной одежде. Всегда всех рады видеть, все welcome. Всем спасибо. Лучший психоделик-шот Acidware! Номинация «Лучшая дарк-пати 2010-2011» побеждает... Сейчас мы посмотрим. И... Лучший Dark Party 2010-2011 Dark Express by PvP Polo Promo Group. Егор, мы ждем тебя. Всем привет. Аплодисменты! Лучшие танк-пати! А мы продолжаем. Лучшие фуэлл-пати! Сейчас мы посмотрим. Лучшие фуэлл-пати 2010-2011 Spectrum Volume 2 by Global Trans. Приглашаем Валеру. И господи, Global Trans! И снова я тут, только теперь с нашей промо-группой Global Trans. Ребят, спасибо вам всем большое. На самом деле в этом году было очень много номинантов. И было более сильных номинантов с более финансовыми, более сильными финансовыми вложениями. Мы очень рады, что победили в этом году, заняли первое место, несмотря на то, что наша пати, может быть, чем-то было похуже в плане финансов. Но у нас была душа.